совсем тот теплый прием, которого я ожидал. Я должен найти Малика. Он придумает, что делать. Удача в этом бою не на нашей стороне. Малик! Наверное, он меня не слышит в шуме боя. Thank you.
Малик! Так ты встречаешь родственников! Стоять! Не то время ты выбрал погостить! Я бы сказал, не то время ты выбрал воевать! Ладно, в другой раз скажу своим врагам, чтобы подождали! Это хорошо, что ты здесь! Нужно открыть ворота! Механизмы в этих башнях! Когда включишь их все, решетка поднимется! Раз уж ты забрался туда, думаю, с этим ты справишься! Легко! Славно! Как все сделаешь, сразу назад! Не хотелось бы сообщать отцу, что я не уследил за тобой! Уследил? Давай быстрее! Соломона? Что он задумал? Малик! Наконец-то. Ты сказал, что доберешься. Ты впрямь неплохой воин, как говорил отец. Рад тебя видеть. Пойдем. Посмотрим, как наши враги справятся с армией Соломона. Малик, это безумие. Надо уходить отсюда. Спасай себя и свой народ. Народ? Почти все мои люди погибли. Ты сам видел, что дворец пал. Иного пути нет. Если я смогу командовать этой армией, мы победим. А если не сможешь, что тогда? А ты хочешь, чтобы я отступил? И передал эту силу в руки врага? Сейчас у нас есть хоть какой-то шанс. Эта армия не подвластна человеку. На правителе всегда лежит бремя трудных решений. Если в моей власти спасти эту землю, да будет так! Я не оспариваю твое право решать, но ты даже не знаешь, что это за сила. Воинов больше, чем песчинок в пустыне. Светится. Не трогай. Просто песок. Что это? Уберите ее! Thank you.
нужно уходить! Скорее в крепость! Ah!